Друзья, всем большой привет! Сегодня мы поговорим о 5 самых мощных пневматических пистолетах в системе PCP. Но перед просмотром подпишись на канал и поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поехали! Пятое место. Crossman 1720D. Одна из последних разработок компании Crossman, но в PCP исполнении. Отличительной особенностью является наличие ствола от компании Lothar-Walter. Дальность стрельбы и кучность позволяют применять пистолет на соревнованиях прямо из коробки. Также пистолет подойдет для охоты на мелкую дичь. Имеет крепление «Ласточкин хвост». Целик и мушка отсутствуют, необходима установка прицела или коллиматора. Тактика, технические характеристики. Калибр 4,5 мм. Длина ствола 300 мм. Тип ствола нарезной. Емкость магазина однозарядный. Скорость выстрела до 219 метров в секунду. Вес 1,3 кг. Четвертое место. Efix Ranchera. Пистолет шведской фирмы Efix Ergens. Оружие славится своей надежностью и неприхотливостью. Пистолет имеет ствол с нарезами Efix Smooth Twist. Это инновационная разработка компании. Выпускается в двух калибрах 4,5 мм и 5,5 мм. Имеется крепление «Ласточкин хвост». По принципу действия – PCP. Тактика, технические характеристики. Калибр 5,5 мм. Длина ствола 250 мм. Тип ствола нарезной. Емкость магазина барабан на 8 пуль. Режим стрельбы полуавтоматический. Скорость выстрела до 240 метров в секунду. Вес 1,4 килограмма. Третье место. Katsanat P2. Все оружие турецкой марки известно своей мощностью. PCP пистолет от P2 не стал исключением. Комплектация включает в себя съемный тактический приклад, что увеличивает точность стрельбы. Имеет комбинированную планку «Ласточкин хвост» Picatinny. Можно успешно использовать на охоте, мощность вполне позволяет. Тактика, технические характеристики. Калибр 4,5 мм. Длина ствола 265 мм. Тип ствола нарезной. Емкость магазина барабан на 10 пуль. Режим стрельбы одиночный. Скорость выстрела до 260 метров в секунду. Вес 2,9 килограмма. Второе место. Krell Puncher NP02. Пистолет-винтовка турецкого производителя. Имеет приклад-резервуар и дополнительный резервуар под стволом. Объем сжатого воздуха позволяет сделать 120 выстрелов. Планка Viver Picatinny для оптики и планка Viver для ЛЦУ. Длинный ствол и большое количество выстрелов делают это оружие самым лучшим для охоты. Тактика, технические характеристики. Калибр 4,5 мм. Длина ствола 320 мм. Тип ствола нарезной. Емкость магазина барабан на 14 пуль. Режим стрельбы одиночный. Скорость выстрела до 280 метров в секунду. Вес 2,95 килограмма. Первое место. Ivanix Hunting Master R6. Самый мощный пневматический пистолет, точнее револьвер. Мощность превышает 60 джоулей. Относится к PCP типу, производится в Корее. Обладает надежностью, как у автомата Калашникова. Купить в России проблематично, в каталогах фирмы Ivanix собрано, наверное, самое мощное пневматическое оружие в мире. Тактика, технические характеристики. Калибр 5,5 мм. Длина ствола 254 мм. Тип ствола нарезной. Емкость магазина 6 пуль. Режим стрельбы одиночный. Скорость выстрела более 300 метров в секунду. Вес 1,36 килограмма. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. С вами был Егор. До встречи!